Привет, друзья. Смотрите, как у него ножка сделана, да? Обиделся, называется эта картина. Вот он обиделся. Видите, он задумался так глубоко. Там парус, там, видите, сзади там. Она смотрит на него, простит или нет, таким взглядом. Вот они там. Да. А он там уже весь себе обиделся. Ножка-то как. О, Господи. Слушайте, я вчера со своим другом, которого называть не буду, написали стихотворение. Там внутри надежда нас питает, свечами жизни, жизнь многогранна, пожар души, огонь священный и разум преданный ему и просвещенный. То вечно надежда, истина, любовь, и ты, стоящий в поднебесье, со вздохом ожидания вдохновения, смотрящий в небо, как в предвестие, с надеждой и мечтой. Вот он там задумался, да, она думает, простить его или нет. Вот занимался бы методом ключ, мог бы снять с себя напряжение, и опять стать такой, как я, красивый и молодой. Да, и стихи написать.